Улица Вокзальная. Главная претензия – ненадлежащее оформление фасада магазина и вывесок. Причем еще в августе этого года руководитель торговой точки прислал в комитет по ЖККС гарантийное письмо, что к 1 сентября все недостатки будут устранены. В сентябре месяце недостатки устранения не было. Повторно в октябре месяце сотрудники комитета ЖКК связывались с директором, напоминали об этом, обещали выполнить. До настоящего времени обещание не выполнено, нарушение не устранено. Теперь хозяину магазина не избежать составления административного протокола. Не понравилось, мягко говоря, проверяющим и санитарное состояние одного из жилых домов на этой же улице. Здесь налицо нарушение санитарного состояния, содержание дома управляющей компанией. На крыше дома не убран снег. Все эти снежные языки свисают, образовываются, начинают сосульки. Над одним из подъездов нету козырька. Как следствие, тоже составление акта о выявленных недостатках, который впоследствии станет протоколом об административном правонарушении. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.